Чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Yeah!
Рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. 177. А, Джессоп. Прием, прием! Вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении. Мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Следи за развалинами. Ладно, я так не сделаю. На помощь! Что это? Она там! Я ранен! Помогите! Нет! Нет! Я ранен!
кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Удмена? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Нет.